19-летний житель Пензы еще в прошлом году хотел поменять свой телефон на новый и даже подыскал удачный, как ему казалось, вариант. Объявление с выгодным предложением попалось в интернете, и он сразу перевел продавцу задаток. Но пользоваться до сих пор приходится старым смартфоном. Нашел я, получается, по дешевой цене, не как в магазинах. Думаю, ну, супер, что, куплю. За 80 тысяч рублей. И, ну, списался с продавцом. А продавец мне говорит, давай предоплату. 50% оплати, тогда я тебе его вышлю. Ну, как бы понятно, что у него тоже риски, и у меня риски, как бы. Ну, я решил, что так будет, ну, выгодно нам обоим. Ему 50%, мне телефон, потом я ему все оплачу. Как бы все честно. Молодой человек тогда не подозревал, что эти условия могут оказаться обычной схемой обмана. И на следующий день совершил еще один шаг, как позже выяснится, совершенно ошибочный. На следующий день потерпевший написал сообщение продавцу с предложением приобрести еще 2 телефона, если они есть у него в наличии. Продавец сообщил, что телефоны есть, оплаты на тех же условиях. В итоге пензенец перевел за 3 телефона более 130 тысяч рублей. Заказанный товар он так и не получил. Неоднократно пытался связаться с продавцом, но тот не отвечал. Тогда житель Пензы понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы. Полицейским удалось установить подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Волгоградской области 1989 года рождения. Мужчина вину свою признал. По его словам, он хотел заработать легких денег. С этой целью мужчина разместил фейковое объявление о продаже телефонов. Денежные средства подозреваемый потратил на собственные нужды. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Обманутый же им клиент теперь призывает других не совершать подобных опрометчивых поступков. Не ведитесь на такие схемы. Они все, ну, это обманы, мошенничество. Я это на себе испытал, уж поверьте. На всех торговых площадках есть доставки, которые, ну, сделаны с защитой от мошенничества, от обманов. Там люди туда с помощью этой доставки забрасывают деньги и тебе присылают товар. После этого только деньги отправляются продавцу. Поэтому лучше сделать все по-нормальному, чем вот как я.